Всем привет! Короче, восьмерка-то в гараже, у меня моя поломала слегка. Купил внутреннюю гранату. Короче, кому интересно, будет полноценный, правда, ролик. Вот. Что там у нас по пробегу? Так, по пробегу у нас 747 347 километров. Короче, все классно. Проблема в чем? Я уже проездил очень много. Блин, не могу подлезть, короче. Вот он. Вверх-вниз. Там болтается очень сильно. Короче, сейчас посмотрим, что будет. Ха, будет очень интересно. Там даже этот хомут оторвало уже. Ха. Хоба. И вот она. Причина. Вот он. Трипойдик. Родной. Подожженный. Вот он. Подожженный. То бишь вообще все болтается. Как говорится. И он горячий-горячий. Он вообще как кипяток. Если хотя берешь это... Ну да, не такие сильные люфты. А здесь все люфтит, мама, не горюй. Так что вот она причина. Опа. Сейчас буду тестить. Сейчас посмотрим. Через пару секунд поставлю. Сейчас соберу, вот она новая. И посмотрим, что получится. По итогу еще вторую гранату пришлось еще менять тоже. Второй день у нас продолжается. Сейчас буду тестить. Посмотрим, что получится. Так, ну что? Все. Результат готов. Полноценный ролик будет, конечно же, это потом. Не знаю, когда. Все, пробег, вот он. 747-350 тысяч. Это Kia Cerato, вторая Дори Сталлинговая. Полет идет нормально. Проблема была в гранатах, в двух причем. Все, до новых встреч.